Всем приветики! Ребятишечки, а у меня сегодня кал. Очень жидкий кал. Да шучу я, шучу. Не поняли, да? Не поняли? Что, не смешно, да? Не смешно. Это кал. Это новый кал. Погнали, мужи, играем. Gold War. Да. Игрушка вышла совсем недавно. Наконец-то я немножечко отдохнул от Assassin's Creed. И теперь мы поиграем в колду. Игрушка полностью на ультра, на русском языке Волга. Так, что нам делать? Так, а что взять? Блин, я даже не знаю, малыши, что делать? Ладно, возьмем вот эту вот красотку. Вперед, вперед из песни. Решил, что он в безопасности. Вокруг него толпа народа. Но это его не спасет. Адлера, нам обязательно брать его живым. Обязательно. Я лично его возьму. Я лично ему буду рвать и метать. Вот и нужный дом. Где он нужный? Иди сюда. Сейчас мы просремся. Мы дадим просраться игре. Давай, крутяк. Давай, жги. Ну таки велики, все как нужно. Мейсон, зажигай. Получай, сычка. Казана базу. От души, девчонки. Касим поднялся по лестнице. Что такое держи? Касим нужен живой. Что живете? Так. Нужно будет, кстати. Коллектаблсы посмотреть. Вдвоем не могут убить. Это вообще полный оттас. Вот, все, пару раз и все. Свиньи. Кто здесь живет? Вот кто здесь живет? Животные свиньи, где хрю-хрю? Где визги? Что это? На бильярдном столе. У них здесь склады. Да пошарится. Шевелись своей задницей. Call of Duty. Ну, вообще, Call of Duty всегда была короткая сюжетка. Потому что сильно вы не рассчитываете, давай, что бьё! Игра будет прям на 20 часов. Не, 6-8. Ты чё? На, сучка! Подыхай, ты мне больше не нужен. Здоровье генерируется, это просто секси. Что там бякаешь? Иди сюда, Давай. Перезаряжайся, меньше соплей, сука. Больше дела. А это свой? Свой писюн. Так. Call of Duty, он, блядь, сговнялся. Здесь сделано все для онлайн режима. Я не люблю онлайн.
Чисто сюжеткой все. Пройди и забыть. Вот честно. Где Хасим? Иди сюда, Хасим. Давай поговорим на нашем языке. Хасим. Получи, получи козу на базу. Он не должен уйти. Он и не уйдет. Видишь, что у нас здесь? Так, а может быть здесь коллектаблс? Может быть, а может быть? А может да, а может нет, а может это все слова? Блять, не могут убить! Это же просто пиздец! Извиняюсь за мат, но без этого никак, это вот... Ребят, не обессудьте, малыши, не матюкайтесь, старайтесь не матюкаться. Боты есть боты, да? Хасим, иди сюда, давай поговорим. Потрындим, чё как, почему. Выпьем чашечку кофе. Давай. Давай, вперед! Лечи, моя звезда, лечи! Хасим! Никуда не уйдешь, Хасим. Мы можем... Давай налево. Хасим, Хасим! Начинай, Мейсон. Эй, эй, стоп, стоп, стоп! Давай, давай! Сейчас я тебя надеру сзади. Нет, нет, нет! Я только передал деньги. Я не представляю, где Араш. Ага, мы не мой. Окей. Вы же американцы. Ну ты так же полетишь. У вас правила. Мы взяли заложника. Мы пиндосня. Хасим. Нет. Короче, игрок, да, выступает в руле? Но у него встреча на аэродроме Трабзона. Завтра ночью. Раш, где твои песни? Ладно. Я не знаю. Пока не сброшу. Слово. Все их переговоры шифруются. Что говно? Ты трупец. Он рано или поздно все равно был покойником. Араш в Трабзоне в Турции. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, это пролог? Это пролог новый Call of Duty. Gold War. Будем проходить, отдохнем от ассасинчика. Потому что там играть, не переиграть, просто до усеру. Ну, здесь покороче. Друзья мои, ставьте лайки или дизлайки, а мы едем в Турцию на разборке. Лайки, дизлайки, подписки, монетки на развитие, конечно же... Welcome back!